Всем привет, меня зовут Никита, и сегодня я вам расскажу о шимпанзе. Но кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ну а мы начинаем. Шимпанзе – наши ближайшие родственники, и после человека, наверное, самые умные животные. Они живут большими группами, в больших лесах и на опушках. Друг с другом шимпанзе общаются с помощью мимики, а также разными звуками, которых у них насчитывают более 30. Питаются они главным образом растениями, насекомыми и разными другими мелкими животными, но иногда могут охотиться и на более крупных существ, в том числе и на обезьян. В природных условиях шимпанзе приступают к размножению в возрасте от 13 до 16 лет. Продолжительность их жизни может достигать 60 лет. Они в основном обитают в Западной и Восточной Африке. Шимпанзе вырастает до 1,5 метра в высоту. И на этом все. Обязательно напишите в комментариях, о ком мне снять в следующем видео. Всем пока!